Всем привет! Я на скрафте голодных играх. Давайте-ка начнем. У меня опять подлагало, как обычно, и время остановилось. Я выберу маркетолога. У меня он уже прокачан до второго уровня. Здесь очень много игроков, они тоже подлагали у меня почему-то. Так, побежим в эту пещерочку, узнаем, что там. Все, облутаем. Вот первый сундучочек. Меч мне выпал. Там уже дерутся. Ой, боже мой. Не люблю драться, конечно. Тут еще один. О, припасики, припасики пойдут. Сундучков тут полно. Кольчуга. Мечочек возьмем. И бежим куда-то подальше ото всех, чтобы нас не убили здесь быстренько. Вот, еще нашел тайничочек. Вот так вот. И ходим. О, какие вещи топовые у нас. Находим топовые вещи. Тортики, яблочки. А ну-ка, где еще тайнички здесь? Нам бы меч бы получше взять бы. А то меч у нас какой-то не топовый меч у нас. Нам нужен меч потопивее. Где же его найти-то? Где же найти топовый меч? 6 игроков уже осталось. Это очень мало по меркам голодных игр. Здесь игроков от 20 вроде начинается игра. Ну, может быть, и меньше. Ого, вот это... То, блин. Нам бы меч бы получше. Уже 5 осталось. Посмотрите, уже 5 осталось. На центре никого нету. Поджигу нашел. И ищем еще тайнички, где найти. Вот еще тайничочек. Кольчугу у нас уже есть, кольчушка. Нам нужен меч потопивее. Тут тоже ничего путевого нету. До дизматча осталась 1 минута. Нас уже 4 тут осталось. Мы увидели одного игрока. И его быстренько убили. Чё ж мы получили-то? О! Вот и каменный меч. Офигеть! Каменный меч мы с него выбили. Вот эта карточка, конечно. Ох! Там еще и луками, блин, обстреливаются у меня. Тима, посмотрите-ка, объединились и меня луком подстрелили. Посмотрите-ка, какие они. Время остановилось и меня задержали, посмотрите-ка только. О-о-о. Мы, как всегда, все пропустили. Он уже за мной бежит, посмотрите-ка. За мной бежит. Нет, отстал, видимо. Но бежал он за мной. Я нашел сундучочек один, тинтишки, мясо, это оставим. Нам бы меч бы найти. Тайничочек какой мы нашли, посмотрите-ка. Тайничочек и меч нашли. Хоть что-то нашли мы, хоть какой-то меч, но пока нам надо не нарваться на противников, а то они быстро нас убьют. Тут, видимо, ничего нет у нас. Ни сундука, ни ничего здесь нету. А, вот, есть, я нашел, посмотрите-ка. И там было почти пусто. Ну-ка. Тут, видимо, тайничков и нету у нас. Вот я нашел один тайничочек. И тут одно яблоко было. Как печально-то, одно яблоко только положили. Хоть бы бронечку, хоть бы мечочек положили какой-то. Поднимемся повыше. Тут я видел какую-то пещерочку. Вот здесь еще вещички какие-то будут. О, вот это я понимаю. Вот это я понимаю, вещички. Тут написано на английском что-то. Озвучивать это вам не буду. Игроков-то еще полно здесь. Еще увидел сундучочек. Бегу к нему. И еще касочка. Яблочки. И никого поблизости еще нету. Поднимаемся на гору.
Вот еще один тайничочек нашел. Курятина не пожаренная была. Идем пониже, может там будет что-то. Вот. А, не... я думал, это пещера какая-то будет, но это не пещера оказалось. Вот еще один тайничочек и одни припасы. Ну что так мало, а? Только припасы, припасы даете мне. И ничего путевого не выпадает. Конец карты. Попасть бы туда. Пока что ничего не вижу. Вот один увидел я. Сундучочек. Здесь тоже почти пусто. О, ничего путевого не выпадает нам. Нам надо меч получше. Где еще припасы там? Вот еще один нашел тайничок. Кольчуга, луки, два лука. Вот это да. Нам бы только меч, и мы вообще бы затащили бы эту всю катку. Носатого заспавним. И что он продает нам? О, железный топорик. Берем. Идем все дальше и дальше, поближе к центру уже. Мы около центра, кажись, уже. Так, все дальше, дальше. Ни одного человека не видел я еще. Это река какая-то здесь. Канализация, канал какой-то. Яблочки. Ох, выбрались. Тут должен быть еще тайничочек. Нету здесь. Ну, здесь уже все оболтано, конечно. Все обутано оставили. Какой-то проход интересный. Ну, здесь уже толку облутывать нету уже. Алмаз! Да ладно, этот не облутали. Интересненько, алмазик мне оставили. И ушли куда-то. Тима, посмотрите, Тима. Тима играет. И я этих Тимов по-быстренькому убил. Нам надо отрегениться. Человек осталось очень мало. У меня мечочек, острота какая-то. Полностью почти отрегенились. И это дизматч у нас. Дизматч. Вот это да, посмотрите, как он бьет нас. Мы одного убили. И нас тоже убили. Вот. Очень, конечно, печальненько. Но получилось топово. Конечно, я замочил двоих пацанов. И вот у нас продолжается битва. Ну давайте закончим. Это было все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока-пока.